Сделать прививку от гепатита А предлагают специалисты кировчанам, которые живут в зонах подтопления. Эта мера необходима, считают эпидемиологи, так как из-за паводка санитарная обстановка стала хуже. Привиться могут взрослые старше 18 лет и дети с 3 лет. Чтобы пройти иммунизацию, кировчанам нужно обратиться в 9-ю поликлинику на Верхосунской, 19. Консультацию в регистраторе дадут с 8 утра до 8 вечера по будням.